Утром 6 ноября к одной из многоэтажек по улице Можайского вызваны сотрудники полиции и регионального следственного комитета. Здесь случилась трагедия. Нынешним утром подросток 2005 года рождения выпал из окна 9 этажа. 14-летний парень погиб на месте. На месте работают полицейские и следователи-криминалисты. Рядом безутешная мать. Случившееся обсуждают жители дома. Люди говорят, мальчик воспитывался в благополучной семье. Кажется, недавно бабушка за ручку водила его в школу. Нормальная семья. О том, в каких условиях жил подросток, предстоит выяснить следователям регионального следственного комитета. Кроме того, они устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии и опрашивают очевидцев случившегося. На пересечении улицы Грова и проспекта 50 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия, по информации на данное время, пострадало 7 человек. По всей видимости, один из участников дорожного движения выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. По ДТП будет проводиться проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства. На какой сигнал светофора? На зеленый. Зеленый, да? С водителем Форда нам поговорить не удалось. Он давал показания в патрульной машине. По нашим данным, мужчина сомневался, на какой сигнал светофора проезжал перекресток. Схема движения машин была такой. Почта России двигалась в сторону Мигалова из центра. Форд шел на перерез в сторону Старицкого перекрестка. Все пострадавшие – работники Почты России. Тяжесть полученных травм различна. В обстоятельствах аварии, которая произошла днем 6 ноября, разбираются сотрудники ГИБДД.